Привет, девочки. И сколько-то там процентов мальчиков? Я на даче. Ура-ура. Правда, я уже давно на дачу езжу. Ну вот видео не снимала. Не знаю, держала ли я интригу, почему я настолько долго пропала, или просто у меня творческого запала не было. Но по комментариям, которые были оставлены в моем последнем видео про перемены к жизни, я поняла, что многие подумали, что я замуж собиралась. Так, очки одела, потому что на даче выходной день, я накрашенная, вы уж мне простите. Ну, сразу могу народ разочаровать, замуж я не собралась. Вот. Оказывается, что легче сделать то, что я сделала, чем, в общем-то, оказывается, у нас выйти замуж. Итак, какие у меня перемены в жизни? Я просто купила квартиру. Привет. Первый обед в своей квартире. Тут так гулко. Я приехала сегодня, сижу тут на табуреточке. Видите, вся квартира в бетон сложной. Приехала сегодня сюда, квартиру. Надо мне идти в управляющую компанию, делать документы. Сейчас покажу вам хоть немножечко, хоть что это такое. В общем, вся квартира в бетоне. Там вот, видите, табуреточку я уже поставила. Привезла. Знаете, как это говорят? Вот эту табуреточку твоя будет уже. Жарко сейчас, в машине ехала. Квартира небольшая, 40 метров. В общем, она вот в такой... Ой, конечно, будет плохо сниматься в таком виде, в бетонном. Тут, в общем-то, работа и работа еще. Непочатый край. Вот такая квартира. Вот так вот покажу как бы кругом. Вот так вот. В общем... Я не помню, я там на даче начинала записывать это видео, что я там говорила. Вообще эту квартиру купила, ну, по большей счету для дочери. Но принято решение, что я буду здесь пока жить сама. Она будет жить в Москве. В общем, эта квартира в 14 километрах от Москвы. Мне, в общем-то, это удобно. У меня нет такого, что я должна приехать. Ой, хочу себе показать как-то на фоне квартиры. Там вот уже инструменты кое-какие мне... Папа дал, я привезла. Вот. У меня нет такого, что я сильно привязана, прям, знаете, с 9 до 6 цигель-цигеля, лю-лю. Поэтому, ну, буду ездить отсюда, что ли, посмотрю, как это будет. Сейчас вам покажу. Ну, квартиру больше, в общем-то, нечем показывать. Я вам покажу здесь территорию. Сейчас покажу вид из окна. А потом пройдусь по территории, покажу территорию. Здесь красотища неимоверная. Сейчас снимаю вид из окна. Ну, вот такой вид получился. Вот если вдаль, это восточная сторона. Я окошечко открыла, то окна такие грязнучие, чтобы немножко получше было видно. Вот между домов туда так далеко. Очень красивый двор, смотрите какой. Сейчас немножко с другой стороны ракурс покажу. Сейчас. Тут вот идешь, и такой вот... Тут у меня уже мешки всякие, я тут поставила, я только что из управляющей пришла. Вот это там одно окно, это как бы вот будет такая кухня-гостиная. А вот это вот, где я стою, здесь будет, вот тут вот, где я стою, вот это вот будет спальня. Вот, на я тут стою. Вот. А это вот, ну, типа, как бы угол такой, где-то предков тоже стоит. Ну, типа, рабочее место или там красится. И здесь вот такой тоже вид из окна. Смотрите, какой красивый комплекс тут. Вот, окна грязные, конечно, но показываю сквозь окна. Какие классные тут, посмотрите, площадки. Вон дети гуляют. Разные такие эти светильники. Вот, посмотрите, какой круглый светильник. Вот где я сейчас вот... Там, в общем, дома такие по голландской технологии сделаны, такие. Вот. Здесь большущая, конечно, у меня вид на парковку, ну и вниз вот так вот, там тоже двор. Там мамашки с детьми. Здесь есть еще парк за домами. Вот, вот так вот. А тут я уже сбегала в управляющую компанию. И это, здесь такие сложные требования, такие серьезные. В общем, тут надо уже поставить унитаз для рабочих. Вот я его уже сумела тут за 500 рублей купить. Ну, на время как бы ремонтных работ.
Обязательно, чтобы здесь был огнетушитель, аптечка. Ну, в общем, тут всякая бяка. Вот такая. Без этого как бы вообще не разрешат ничего начать. Вот такая квартира. Ну что, давайте сейчас пройдемся по комплексу. Я покажу, как здесь красиво. Итак, снимаю подъезд. Очень красивый. Такой вот. Вот до лифта. Смотрите, какой он такой дизайнерский. Даже перед... Вместо как бы коврика вот такая вот красивая плитка сделана. Тут еще линолеум. Это для того, чтобы люди ремонт делают, тут он лежат. И выход такой к лифтам. Три лифта. Сейчас себе покажу. Тут зеркало. О, это я. Все, поедем вниз. Вид из окна. Тоже такой красивый. Ну, такой же, как у меня. Такие дома. Вот такой выход из лифта. Такой холл. Почтовые ящики. Так, в эту сторону. И двор. Сейчас покажу. В общем, все очень красиво. Солнышко уже спряталось. Пойдем пройдемся по двору. Такие красивые светильники. Мне так нравится. Я еще один раз вечером тут не была. Наверное, красиво. И за домом тут вход в парк. Сейчас поснимаем в парке. Вот такой парк. Птички поют. Здесь, кстати, недалеко аэропорт Шереметьево. Здесь самолеты летают. Сейчас прилетит. Попытаюсь снять. Слышите? Вон он. Сейчас увидите. Прямо над домами. Где он? Вон он. Ну, не знаю, в квартире не слышно. Здесь вот еще строят. Дальше дома. И вот такой здесь парк. Здесь барбекю. Ой, даже смотрите. Пожалуйста. Убирайте за своими животными. Табличка не видна. Такие беседки красивые. Ой, если бы камера могла передавать запах, тут так пахнет лесом. Прикидывайте, вышел из квартиры, а здесь, блин, лес, и птички поют. Вот, буду гулять. Я, жалко, что я не собачница, собачки у меня нету, кошки. Вот, там дома, и здесь такой парк. Дальше не пойду. И вот я выхожу обратно. Сначала хотела вот в этом красном доме купить, но не сложилось. Купила вот в этом синем. Такие красивые площадки для детей. Вообще. Везде такая плитка. Я иду. Кустики ухоженные. С одной стороны. С другой стороны, какие-то там красивые холлы. Представляете? Подъезды. Вон часики, смотрите. И там беседка с барбекю. Вход в лес. Тут есть... Ой, какое солнце. Есть свой магазин, торговый центр. Никуда ездить не надо. Для велосипедов. Пожалуйста, такая штучка. Ой, хотела снять, а все это. Солнце. И какие красивые мосточки.
Здесь, наверное, вечером красивая подсветка. Смотрите, как классно. Детская площадка там внутри. Вот тоже еще одна детская площадка. А тут вот рядом магазин Dixie. Сейчас я вам покажу часики, которые мне нравятся. Вот от этого я вообще пищу. Какие классные часики поставили. Кстати, они показывают правильное время. Ой, уже 7:00. Блин, я тут пробыла, конечно, очень долго. Я поехала домой, everybody, Moscow. Устала ужасно, казалось бы, что делала. Не знаю, впереди большущий ремонт, поэтому будет очень много сюжетов. Ну, скорее всего, теперь по ремонту, по дизайну, по обустройству нового жилища. Все, всем пока!